То есть на это свою жизнь нельзя не посвящать, не строить там, если вы понимаете. Оно все не настоящее, людям оно не нужно. Это все безжизненное, это, да, по сути оно просто против жизни, против людей, то есть. Против очень. То есть они за смерть все. То есть, да, это вот эти три штуки, если там, ну и активно. Этого населения. Меня это не касается, да. Я, ну, наоборот, значит, да, 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 ну, нет, я просто мысли вслух, да, себя некогда. То есть на них нельзя ориентироваться при выборе своего жизненного пути, при своих делах там и так далее, да. Если у тебя, ну, дела могут быть сопряжены, то есть военный музыкант, например, стань человеческим, то есть хорошим музыкантом, настоящим, да, и тогда тебе, да, потому что, да, а как ты так уйдешь слово военный, да ты никто. Что, ты реально дирижируешь, что ли, умеешь? Ну вот и все, точка, понимаешь, и так далее, понимаешь, он тебе просто, да. А этот объем работы ты никогда не возместишь, понимаешь? Да, то есть сам себе. И ты никогда не, да, понимаешь, горизонты, как вы сказали, потом бла-бла-бла. Не суть разговора. Поняла тебя. Вот доедай свой быт, ты ради чего это делаешь? Ради быта просто. Вот доедай свой быт, какашка, как червяк, как это проклятие выпадерстости. Но меня не касается. Я просто, да. Ну, не касается. Просто. Я просто уже ну да, типа, такие реально большие дела какие-то хорошие. Это. Ну да. Просто вы или недоумки, или у вас женщины свирепые, то есть, или просто вы озлоблены в то, что женщина у вас. Женское начало у вас, так скажем. Как скажешь, что женское влияние плохое, что ли, ничего. Сирена, да. То есть, ну, с детства просто, может, мама какая-то была немножко. Чуть-чуть злюка. Нет, они все идеальные же, естественно. Я не знаю, просто так уже. Да. Мамы нужны не только как собственно, объекты, как просто как какие-то боты, которые выращивают детей каких-то, да, понимаешь, или там рожают детей, да, понимаешь. Они точно знают, что это здоровье, это психологическая адекватность, понимаешь. Психиатрия. То есть душевное здоровье, душевный полноценный и физиологическая сохранность, если угодно. То есть самосохранность, не та сохранность, которая... Все обкакались уже, да, поняла. Какие они потом просто интересны, да? Да, то есть, та сохранность, которая естественно получается, понимаешь? Самосохранение, то есть когда ты как организм не хочешь себя убить. То есть ты не суицидник, а такое практически невозможно на данный момент. Ну да, да, кто понимает, да. Но меня не касается. То есть, понимаю это, Натя. Ну хорошо, это возможно, там надо. И. Чё? Я на голову. Наоборот, ладно, что. Возможно, ну, по-моему, про себя говорю. А, ну, давай. Ну, что будет? Ну да, будет телевизор. Не до тебя, не до тебя, не до тебя. Это долгий разговор, но нет, это силы, которые действуют прямо сейчас. То есть так или иначе ты что-то к хорошему выходишь, выходишь из войны, выходишь из презрения, болезни, там, скажем, да. Начинаешь реально служить обществу, потому что ты действительно что-то можешь по своим особенностям, талантам, то есть которые в каких-то делах, в каких-то профессиях можешь, правильно? Ну понимаешь, да, то есть, так ведь и есть. Ну, нет, что ли? Она себе так говорит. Да, да, да. Ну, если ты суперорганизатор, видишь, это все как бы ширли-мырли так. Вся реально скоряк на своем лево, да, понимаешь. Да, то есть как бы, да, такое, да, да. Ну, наверное, думаю, сам, да. Гипотетически ты что-то проигрываешь, хочется умереть от этого, да, понимаешь, да. Потому что, понимаешь, да. Не то, что у меня, просто как-то, да. Ну нет, если вам всем нормально, то и не надо было, наконец-то, да, слушать. То есть, как бы, когда она понимает, он все так думал. Ну да, то есть, ничего особенного, ничего необычного. Ну так нет,
все же знают, это не только Эйнштейн там сказал, все знают, что мир как бы не из умных людей состоит в основном, так уж, общее слово выразил просто. На улице Иванова, как сейчас помнят, да? Слава Богу, не загорелись. Улица Болгарская, 16, смотри, как красиво. Ну, хороший конструктор, на самом деле, благодаря своей первой машине я изучил строение автомобиля. И что это такое? Ну да, на остановке. Что такое? Даже есть прием граждан по каким-то вопросам. Слушай, ну очень красиво. То есть у нас получается... Ой, смотрите, какая там красота. Это что-то там было? Смотри, какие арки. Друзья, обратите внимание вот на те арки. Слушай. Это я думаю, что была, наверное, здесь с этой стороны тоже такая же пристройка. Хотя не факт. А это что? Это еврейская... Нет, это не еврейская. Нет, еврейская вон. Еврейская больница там. Ну вот фактически дворик-то пустой. Тут... Не так-то много людей живет. Ты знаешь, я тебе честно скажу, я... Да при чем здесь голик, не голик, просто голик, голик, да, вот. Thank you.
что-то такое. Да, нежить, что-то. Ну вот это он и не. Проблема, где сюда нахер? Не ставишь ничего. Thank you.
Да наоборот.